Сели? Ударился вчера, да. Да? Да. Все, сам пролазь туда. А Маша где? Маша где? Что за строение? Где Маша? Все хорошо. Так, сюда пролазь туда. Видишь? Вижу я, Лавруша. Тише, тише. Ну и вот где она опять? Дорогу, Лев. Валидольное утречко. В общем, у нас намечается сегодня... Шариков назад посядем, там пиздец неудобно. Нормально, там все там удобно. Короче, у нас меня немножечко спокойно и палит. В общем, у нас намечается дурдом на колесах такой небольшой сегодня. Да, ты двигаешь обои. Сейчас я подвину всех. Мы едем в Майами. Так, Маша подтягивается. Переоделась, что ли? Короче, мы едем в Майами. Затарились водичкой. Я взяла немножечко оладушек на всякий случай, чтобы в машине была хоть какая-то еда. Наш дурдом на колесах, друзья, начинается. Я, наверное, в дороге особо снимать не буду. Я нашел ключи? Да, нашла. Да, нашла? Да, 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 все, я нашла. Фух. Спокойно. Спокойно. Мы очень рады. Спасибо. Нет, реально, я буду рада. Боже, вы же всегда так. Речь не благодарности, речь спокойствия. Давайте проведем. Какое-то валидольное утречко. Я просто надо было смонтировать два влога. Надо было дома кучу всех дел попеределать. Малышей накормить, всех накормить. Короче, еще одного малыша следующего от малышей тоже покормить. А тут тоже еще тот квест. И в общем мы едем в Майами, друзья. Мы едем, как вы думаете, зачем? Мы... То, что у мама нас выходной. Захотела устриц, у нас было поближе. Ну, на зачем так сразу? В общем, у нас выходной. Мы долго решали, хотели в Панеру Бред пойти, хотели что-то еще. У нас погода как бы так себе, дождь идет, тучи. Но в итоге нам солнце не надо, нечего. Нам трудности светят. Да, делать нечего, и мы решили, в общем-то, как провести выходной. Ну, по музеям ходить, нас музеями можно только пытать, это не для нашей семьи. И мы решили, как провести день, мы решили просто поехать и пожрать. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We're living. Друзья, мы с горем пополам добрались до Форт Лодердейла. Мы Лаврушу проснули. Мы даже немножко перекусили оладушками. Едем и ругаемся дальше. Начинается небольшая паника, истерика у каждого по чуть-чуть. Как всегда, семейная вылазка. Смотрите, какие домики. Он забыл одежду. Лет 5 назад где-то забыл, так до сих пор найти не может. Так и ходит, как Маугли. Тени Нейплс. Да, а это стоматология. Называется улыбка от доктора Жош. Ну или Ёж. По-моему, Джош. Институт. Да никто не хочет. Так, ну что, мы едем, у нас есть время, у нас ресторан открывается через 2 часа. Наша кафешка-жральня открывается через 2 часа. Я на самом деле, чтобы поесть суши, конечно, так долго никогда не буду ждать. У
нас проблема только в том, что мы с тобой не вдвоем, папа. Да нет, ну я бы поехал в ресторан «Оазис». Это шикарное место. Шашлычок. Я не хочу туда вообще. Шикарно, вообще супер бы сейчас посидеть. А мне там не зашло, мы там были. Мне... Да, ну, ой, да, я, вкусно, я классно. Бы ел, ел, одни ел. Русские вокруг. Ну, не знаю, а как-то я не соскучилась. Здесь будут одни русские вокруг. Да, кстати, да. Но я не соскучилась по такой еде просто. Ты какая русофоб, русофоб. Я не русофоб. Русофоб. Нет, не соскучилась. Ну там тяжелая еда для меня, наверное, тяжеловатая такая. Ночью здесь вообще бомба просто. Здесь можно в любые ресторанчики. Да, ресторанчики. Заходить. Много, все работают, но все открыто, без масок народ. Ну, естественно. Никакого social distance. Ну, они сейчас все будут открываться, как бы. О, вот они... он. Вот он. Ага. Вот он, вот он, стайл, как это. Майами. Бич стайл. Бич стайл, да. Снятые двери с машин. Ну, ты же придумал в воскресенье, кого хочешь на пляж. Да. Вот все, все красное, это все пробки. Ну, мы едем как раз туда. Ровно туда. А мы едем вроде тоже по красной, пробки никакой нет. Посмотрите, какая красотень. Вот здесь вот так, видишь, а потом домой. Подъезды. Людей. Лодочки. Вот это тоже подъезды с той стороны. Вот. Смотрите, какие огромные лодки стоят. Вот человек приехал домой. Забыл молоко, надо возвращаться. С голым торсом, да, бегают. Вот. На таких лодках плавают. Вот человек припарковал вообще маленькую Форт лодку. Вообще Форт Лодердейл красивый, правда? Там живет у него, наверное, целая команда все время. Да, посмотри, там у всех там такие. Там лодка в лодке есть, видишь? Вот, вот. Ой, вот он припарковал вот у подъезда. Вот лодочка, да? У подъезда. Ну а что, народ вот так на Airbnb берет в аренду дом, и к нему же и лодка прилагается. Машина, лодка. Вот тоже, видишь, какой дворик уютный, московский дворик. Вот здесь тоже. Похож вот, на вот. Домик Рики Мартин. Рики Мартин. Ну красотень, конечно, красотень. Ну какие там, смотрите, квартирки. Оу, вау, оу, е. Внутри видели, друзья? Стеклянные домики, как в аквариуме. Ну что, добро пожаловать на Атлантический океан. Так, мы почти подъехали. Атлантический океан, ура-ура. Мне очень нравится пляж именно Форт Лодердейл. Не Майами, а вот именно здесь. Мы как-то, помните, видео снимали с Вовиком на правильные пляже? Правильные места и правильные лодки. Да. Вау, смотрите. У нас было видео, где мы с Вовкой катались на квадрике. Смотри, Лавруш, Лавруш, смотри. Лево, Лавруш, посмотри. Смотри, сколько вообще. Вообще, да. Все едут, да, смотри. Свое движение какое-то, да? Это красивое видео американского флага. Вот это вот ночью светится вот так, как оно как плывет, как будто вот колышется штука, американский, да, флаг. Да, да, а я видела, да, мы проезжали. Я, по-моему, даже снимала это. Это да, мы сейчас пойдем. Это Форт Лодердейл. Да. Ну, то же самое, что Майами, только, мне кажется, как-то более... Цивильно. Мне кажется, цивильно. Да, 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 вон там, вон там. Мы хотели еще даже переселиться сюда из Майами, но здесь была какая-то беда со школами. Здесь нет, здесь так нет школ хороших. Вообще, да, как-то мы и передумали. Все хорошо, но со школами. Нет, здесь есть частные школы хорошие. Ну, частные, конечно. Да, но нам все пятерых учиться. Мы не поедем на корабль. Бюджет маленькой страны. По 15 тысяч долларов, наверное, нам обойдется это все дело в месяц. Угу. Мы открыли окошечки, выключили кондиционер. Движ, да, такой, пап? Не скучаешь по движу, пап? Мне достаточно, да, как бы, знаешь, вот как так, как стоит? Сегодня один раз, да, сгоняли. Ну, блин, как сегодня не надо, а вообще, в принципе, достаточно пару-тройку дней проводить там в месяц. На 14 февраля, как в прошлом году, помнишь? Да, было бы роскошно. Смотрите, лодочки разноцветненькие, каяки. Каяки. И снова мы на светофоре. Мы тут стоим уже, не знаю, ну долго мы стоим. Вот она и есть, та самая пробка. Вот она. Мы уже вот океан. Ой, а пахнет океаном, как, да? Выйдем на пляж? Да. Смотрите, какие бабушки. Зря насчет. Это прям бабушки. С пляжа идут. Красота. Так. Движ начинается. Ну, наконец-то. Мы уже сколько светофоров стояли. Ну, мы не можем ничего сделать. Не можем, да. Этот чувак поворачивает направо, он пропускает пляжников сраных.
кто отстегнулся? Кто отстегнулся? Нельзя отстегиваться, кто отстегнулся? Или что это? Все пристегнулись. Это не Мика. Вот, друзья, про ситуацию в Америке. Никто в масках не ходит. Ну, есть, наверное, конечно, в масках, но вот пока не видно никого. Никакой... Что такое шепчет все время? Кто-то отстегнулся. Кто бензин отстегнулся, закончился, ребята? Наш? Кто отстегнулся? О, какой движ пошел. Похоже на Ocean Drive чем-то, да, движухой? На Ocean Drive похоже. Майами стайл. Идет с голым торсом, танцует. Давно мы такого уже не видели. Раньше каждый день. Сколько мы? Год прожили мы в Майами. О, смотрите, как красиво. Опа. Музыка отовсюду. Движ. Как будто никакого ковида, никакого карантина, да? Как будто ничего не было. Мы когда в Майами жили, мы снимали, как вот эти места все опустели. Как было тоскливо, не было людей. Миллиард. Бар. Хирхиллион человек, вот так вот. Вау. Музыка отовсюду. Клево. Воскресенье, кстати, друзья. Почему еще такой движ в воскресенье? Потому что... Вау, смотрите. Мама хорошо придумала. Воскресенье забурится на самый популярный. Смотрите, сколько народ. Вот движуха. Движ. Прям похоже на Ocean Drive, реально. Только лучше как-то, да, Вов? Да, травой пахнет сильнее. Кстати, да, есть такое дело. Реально воняет коноплей, пипец просто. Просто такое впечатление, что они просто прямо все дышат этим. Да. Прикольно. Ну хорошо же, что приехали, а, папа? Хорошо, что приехал. Чтобы убедиться, что мы все правильно сделали, когда выехали. Мы, кстати, каждый раз, когда из Майами выезжаем, думаю, господи, хорошо, что мы уезжаем. Сюда нужно приехать дня на 4, заселиться на отель, да. Тусануть и уехать нафиг. Ну ладно, да. Фиг с ним, погорячился 4 дня, хватит. 4 много, да, мне тоже кажется, 2 прям вообще, ну 3, окей. Смотрите, кораблик там стоит, вон там вдалеке, сейчас мужчинки пойдут в татуировках. А вот эта движуха. Вот я хотела походить вот по этой вот дорожке. Ну, не давай, по песочку, давай, а мы вот поедем, по этой дорожке. Только надо машину куда-то деть. Есть небольшая проблемка лично с парковкой. Это всегда деньги, это всегда расстояние. Так, мы наконец-то нашли место, куда можно запарковаться. Папа оплачивает парковочку. Да. Стоим здесь. И контингент дядя местный. Принесет нам игрушки. Котик, а стой, иди сюда. Что стоит? Дядя принесет игрушки. Стой. Пожалуйста, так, мы выехали. Пойдемте. Да. Маш, короче, мы идем гулять одни, мы не можем ничего сделать с парковкой. В общем, там паркомат не работает. И, в общем, папе пришлось остаться там, и, в общем, никто не может оплатить парковку, там дежурить надо, в общем, а то прилетит такой штраф, что мало не покажется. В общем, мы идем пока погуляем, у нас, ну, буквально минут 40, мы погуляем просто по пляжу, посмотрим, сами вам покажем. Такой красивущий отель,
Очень красивый Paramount. Мазерати, гелики, красотень. Так, мы, знаете, мы так в тенечке, вообще прохладненько. Очень даже так. На солнышке, понятное дело, жара. Ну, пойдемте. Что, что, что? Папа? Сделал? Ой, классно, папа с нами. Папа с нами, папа с нами. Ура, ура, ура. Так, ну что, на ту сторону переходим? И вот, например, тоже отельчик. Тоже та же линия. Но такой совсем-совсем простой, простой, старенький-престаренький. Внутри будет вонять плесенью. Лаврик со своей куклой идет. А Лавроня чешется своей около фини-фини та какая-то. Так, ну что, просто гуляем. Осторожно. Вот он, отельчик. Ну, цена тут будет, конечно, все-таки на этой линии. Это как первая линия. Конский ценник. Вот, смотрите, какой отель. Красивый вид, офигенный оттуда. О, тоже красиво. Да, Маша, смотри, вид, да, какой? Погнали. На океанчик. Это я буду устрицы есть. Лёва переживает, что он не поест в этом буфете. А там любой поест. Смотрите, какие красивые отели, да? Вот это вид оттуда, чума. Ой, вон там у них наверху, конечно же, площадка. Там со своими бассейнами. Так, кое-кто хочет писать. Когда? Когда? Ау, это кактус, ой, алоэ, можно сказать, огромное алоэ. Жуть, да? Да, таких полно здесь. Красиво смотрится. Острые, ужас. Пока наши пописывают. Пришлось папе заказать пиватика. Все. Я наоборот в песок всех зову, чтобы дети побегали. Прикольно. Движ такой классный. Улыбаются, думаешь? Да. Летят и улыбаются, говорят. Все, идем в машину. Едем кушать. Голубь. Что? Голубь, да. Да ну ты что, Маш? В Майами полно голубей. Ой, девчонки прикалываются. Сколько?
Да? Гуля, да, Гуля. Ну, моя вино в Гуле. Я в ней просто так особо их не вижу. Гуля. Помнишь, Маш, мама вся в голубушках. Дамир. Открывается тоже ресторанчик. Вечером. Так, все, идем в машину. Грузимся обратно. Катя, двигайся. Красотень. Парамаунт отельчик. Ну, отели классные, вот это первая линия. С видом на высоко. Да, вот туда видок, да, это первая линия считается, вот туда видок. Ну, вечером, конечно, так себе видок, просто черная тьма. Ой, блин, мама. Чуть телефон. А, дверь закрой, Катя, Вов. В общем, мы наконец-то загрузились. Молодец, что снял. В общем, дети снимают обувь. Балаган еще как-нибудь. Мы двигаемся, наконец-то, кушать. Say that you don't need me. You say let's take things slowly. I hope you realize you're playing with the fire. I know what heartbreak feels like. I know I've shed some teardrops. I've been here before. You have done it now. Left me on the ground. This is it. I won't come back. If we don't stop. Друзья, мы ехали-ехали, и наконец мы приехали. Мы уже отстегнулись просто. Мы приехали в буфет. Американский буфет. Когда... Ты одела? Да, одевай, а то сейчас ты не пойдешь никуда в мороз. Когда при входе платишь... Не, не при входе, потом, да? Платишь фиксированную сумму, и у тебя безлимит. Ну, как в турецком отеле примерно, all inclusive, когда ходишь с тарелочкой, набираешь сколько хочешь, в общем, сколько съешь. С собой носить нельзя, но там можно все. И мы что сидим-то, мы ждем еще 15 минут до открытия. Молодец. Они открываются вечером, в 5 часов вечера. Они, по-моему, с утра работают, потом у них какой-то большой перерыв, и потом уже в 5 часов вечера открывается. И в выходные, по-моему, с пятницы по воскресенье, здесь вообще другое. Ну, не вообще, оно такое же меню, но плюс еще дополнительные какие-то, например, устрицы, вот, которые я люблю в воскресенье. Да, а в обычные дни не будет устриц. Что, Лиза? Да не перекидывай. Дай посмотри, надо перезагрузить твой телефон или мой. А Гуля с дети, да? Дай, пожалуйста. Так, выпихиваемся уже из машины. У нас осталось 10 минут, ребята, там уже очередь, очередь. Это все туда. Да, идем, зайчик, идем. Котик, выходи. Так, мы, друзья, зашли, народу очень много, такие очереди. Так, смотри, потом будешь маршмеллоу с шоколадом. Да, но это потом, сначала кушать. Сладкий стол у нас с тобой потом будет, пойдем кушать. Так, здесь много-много вкусного горячего. Сейчас мы с тобой что-нибудь тебе выберем. Так, грибной супчик. Так, ну что, друзья, мы сели. Так, я тоже сходила, набрала себе суши, роллы. Это холодные гусеницы. Катенька, ты ешь, да? Господи, вся из чумака. Катюша, вот эта салфеточка, вытирайся, пожалуйста. А что ты ешь такое чумазое там? Курочку? Лавр, ты ешь? Ешьте. Так, Лиза принесла и мороженое малышам, и арбузики, и фрукты. Они уже просто поели. Мороженое кушайте. Они маршмеллоу тоже просто. Его надо в шоколадку окунуть, Маш. Вот шоколадку. Мороженое будет Маша дала. Да. И маршмеллоу в шоколаде. Все, друзья, мы вышли. Вы посмотрите за моей спиной, сколько народу. Это мы уже поели, а там очередь до сих пор стоит. Представляете? Когда люди думают, что... Садимся. Как бы нужно делать бизнес, но есть конкуренция. Да, да, ребята, папа, какая тут очередь, конкуренция большая, люди, народу ну, очень много. Лаврушка, Лаврушка, они очень быстро работают, да. На свое место, мы все, едем домой. Вов, ты за рулем? Да. Еще у нас небольшая перестановочка тут.
А малыши решили сесть с Лизой сзади. Зачем мне? А Маша с Левой ближе уже. Устанавливаем им седло. Выезжаем, друзья, выезжаем в Нейплс. Из шумного Майами и Форт Лодердейла мы выезжаем в Нейплс. Домой. В тишину, да? Пора домой. Да. Несколько часов. Не кусаемся, я просила. Лиз, вот там не надо так делать. Дети, сели ровно. Да, а и то сейчас все вообще останутся здесь. Ехать нам часа два, наверное, пока будем выезжать отсюда, еще пробки. Время без 5-6, ребята, сейчас такие пробки будут, наверное, на выезде. Нет, сейчас воскресенье. Ну, может и не будет, да. Так. Я надеюсь, что там никто не уснет, иначе у меня никто ночью спать не будет. Лаврика так полдороги спал. О, было бы хорошо, если бы они были. Кому чего, да? А то, что мама потом не будет спать с ними. Да будут они спать. Ага, расскажите мне. А, да. А, друзья, мы это заведение уже показывали. И два раза мы показывали. На самом деле, оно есть сейчас. Вот мы нашли возле дома. И мы... Офигеть просто. Я не знаю, до скольки оно работает, но народу, как видите, это все ждут, когда освободится какой-нибудь стол. Вот после нас освободилось 7 мест. Но мы на самом деле быстрее подорвались. Ну мы быстро. Чтобы... Народ, на самом деле, кто все пришли с нами... Ой, это я... Ты мне все время закрываешь. Они, еще никто не встал. Поели быстро только мы. Но это все потому, что нам ехать далеко, и мы торопимся. Народ здесь живет, он не торопится. И мы показывали это заведение уже два раза, по-моему, я снимала. Мы здесь были. Стоп, и подробности... Стоп, стоп, где мальчики? А, у меня... Маша растеряша полностью оправдывает свои растеряшеские... Смотрите, закатик. 6 часов вечера, без 3 минут закатик. Сейчас солнышко упадет и будет темно-темно. Такая плазочка, роз. Мы вот здесь Вовке покупали, помните, курточку, кофточку, в которой он Милочку выгуливает в наши морозы. Сколько ехать? Что, далеко? 1:47. Час... О, фигня, я думала больше 2. Ну, я из-за пробок час думала, 50. Что больше 2. Все, друзья, поехали. Last night we had something. Tonight I'll be guessing. But I don't really have a case. You're just like their attention. It's written all over your face. I don't wanna play the quiet type when I'm near you. Reading old messages on my phone every time I see you. Pretending that I don't know who you are every time I